У берегов Антарктиды проходят операции по эвакуации пассажиров с российского судна «Академик Шакальский», застрявшего во льдах. Ее осуществляет китайский вертолет, находящийся неподалеку ледокола. На борту судна «Академик Шакальский» 74 человека, российский экипаж и 52 пассажира, группа ученых, путешественники, журналисты. Экипаж, как сообщается, останется на судне, пассажиры эвакуируются. Людей сначала доставят на китайский ледокол, позднее их переправят баржи на австралийское судно, находящееся в том же районе. Академик Шакальский отправился в конце ноября в экспедицию в честь столетия антарктического путешествия во главе со знаменитым австралийским ученым Дугласом Моусоном. 24 декабря судно было заблокировано льдами, к нему безуспешно пытались пробиться ледоколы.